В этом году за парты саровских школ сядут около 1000 первоклассников. С букетами в руках и улыбками на лицах бывшие детсадовцы готовятся переступить порог школы. До их первого звонка остаются считанные минуты. А впереди море новых радостных открытий, интересные уроки, шумные перемены, новые друзья. Многие учащиеся ждали этот день с нетерпением, готовились к нему давно и серьезно. Хочешь в школу? Да. С каким настроением идешь? С радостным. А чего от школы ждешь? Пятерок и успеха. 1 сентября – отличный праздник. В школе у меня будут много друзей и отличный учитель. И в школе я узнаю много всего нового и интересного. Я жду от школы много друзей, хороших оценок и узнать много интересного. Познакомиться с новыми детками и с новыми знаниями. Не менее волнительный и даже немного грустный этот день для учеников 11 классов. 1 сентября ребята встречают в последний раз. Уже совсем скоро им предстоит попрощаться с родной школой и отправиться в новый, пока неизведанный мир под названием «Взрослая жизнь». Я пришла, конечно, сюда самыми светлыми мыслями, самыми светлыми эмоциями, теплыми, потому что я пришла в родную школу и очень сильно соскучилась по учителям, по ученикам, по своему родному классу. Поэтому только самые лучшие эмоции и чувства. Немного грустно, тревожно. Последний год здесь, последние такие шаги во взрослую жизнь. Конечно, со слезинкой на глазах будем это вспоминать. Центр образования – самая молодая школа нашего города. Ее открыли в 2019 году. Тем не менее, учебное заведение уже заработало хорошую репутацию. Торжественная линейка здесь всегда тематическая. В этот раз праздник был посвящен морскому путешествию. Бороздить просторы морей в поисках новых знаний учащиеся со своими педагогами с этого дня отправятся на уникальном корабле под названием «Центр образования». Школа действительно уникальный корабль, который каждый год 1 сентября отправляется в увлекательное плавание. И из каждого такого путешествия мы привозим с собой сокровища. В прошлом году это знак качества инновационных сетей школы «Учусь учиться» и кубок первенства победителя детского многоборья города Сарова. Думаю, что из сегодняшнего путешествия мы вернемся со своими сокровищами. Этот год для нас выпускной, потому что ребята, которые пошли в 2019 году, первые классы в этом году заканчивают начальный уровень. И мы в этом году пополнили школу первоклассниками. В этом году у нас пошло 150 человек. Долгожданный и волнительный этот день не только для учеников, но и для педагогов. Свои первые уроки в школах города начали вести молодые специалисты. Русский язык, математика, английский, начальные классы. 7 учителей пополнили педагогический состав Центра образования. Также 7 новых преподавателей и в 12-й школе. Я приехал сюда, устроился учителем русского языка и литературы. Также неожиданно и прям таким чувством получил классное руководство 5-й В-класс. Кроме этого, мне дали еще несколько часов в разных классах. И, ну, сегодня 1 сентября, у меня первое классное руководство. Первый класс – это волнительно. Такие чувства, что даже словами не описать. После завершения линейки первоклассники отправились знакомиться со школой и на свой первый урок знаний.